На пункте пропуска Верхний Ларс скопилось 60 грузовиков из Армении. Все они везут коньяк «Арарат», и все столкнулись с требованиями России о проведении экспертиз алкоголя. Саму экспертизу ждать надо от недели до месяца, жалуются перевозчики. Официальных заявлений от погранслужб и Роспотребнадзора пока не было. Армянские СМИ строят версии, почему российские пограничники вдруг усилили контроль. Продолжит Евгений Перельчук. Ситуацию попытался разъяснить таможенный атташе посольства Армении в России Ваан Акопян. В беседе с местным СМИ «Армен Пресс» он отметил, что контроль за качеством российского коньяка начался еще весной, когда таможенники нашли контрафакт. Сейчас водители грузовиков ждут результатов экспертиз российских лабораторий. Ждать результаты можно целый месяц. А несколько дней назад контроль усилился, говорит президент Национального центра вина в Армении Авак Арутюнян. Этот процесс начался где-то 3 месяца тому назад и был связан с тем, что российская сторона стала не принимать сертификации, которые выдавали армянские органы. Берут дополнительные пробы на анализ на российские лаборатории на долгое время, то есть неделями надо было ждать результатов, и, что главное, не оспаривался бы этот результат. А как правило, оно было негативное. Вы знаете, в главном аспекте это защита России собственного рынка, а в текущем аспекте это было связано с постепенным ухудшением отношений. Вот вчерашнего дня начали поголовно проверить. Сейчас с утра уже вернулись множество машин с класса. И даже их не проверяют на наличие сертификата, нет сертификата, не берут образцы. Сейчас вот ситуация, которую никто не понимает, что происходит. В армянских СМИ сейчас звучат две версии, почему российские таможенники усилили и без того строгий контроль за грузами коньяка. Одни обращают внимание на политический аспект. Армения все-таки ратифицировала Римский статут, что очень не нравится Москве. Другие напоминают, что с 1 октября Россия ввела гибкие экспортные пошлины. Появились новые требования в заполнении деклараций, и стран ЕАЭС, куда входит Армения, они тоже касаются. Этим они и объясняют затруднения на границе. Экспертиза и правда делается не быстро. Однако сейчас, похоже, наложились еще и временные проблемы с новыми декларациями, согласен директор компании «Биотранс» Владимир Жолобов. Я могу подтвердить, что действительно порядка 45 и более фур стоит на границе. Также могу подтвердить, что они подлежат отбору проб для анализа по радионуклидам на соответствие году выдержки. То, что, насколько я знаю, есть единственная лаборатория в Москве для проведения такого анализа. Но в данном случае пересечение границы в Ларсе, без оформления таможенной процедуры проходит. Но, видимо, действительно что-то связанное с изменением таможенных правил. Может быть, действительно оформление документов, может быть, подтверждение вида товара заявленному. Изначально армянская сторона говорила о том, что поставки коньяка «Арарат» в Россию прекратятся вообще. Весной министр экономики Армении Ваан Керабян говорил, что ереванский коньячный завод принадлежит французской «Перно Рикар», а французы объявили о прекращении поставок в Россию. Для Армении это было бы большой потерей. На российский рынок приходится до трети поставок коньяка. Однако шло время, а «Перно Рикар» так и не прислало уведомления армянским экспортерам. Все контракты на поставки сохранились. Армения продолжила их выполнять и считает, что нынешние проблемы на границе всего лишь недоразумение. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ. Во вторник Армения ратифицировала Римский статут. Теперь Ереван обязан выполнять предписание решений Международного уголовного суда. Ранее эта организация выдала ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Официально Ереван настаивает, что решение ратификации не направлено против России. Таким образом, он хочет призвать к ответу Азербайджан за его действия в Нагорном Карабахе. Москва же не раз предупреждала Ереван, что ратификация статута будет иметь последствия для двусторонних отношений. О том, как дальше будут выстраиваться отношения Москвы и Еревана, рассуждает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Никакую точку в отношениях это поставить не может, потому что это не более чем, в общем-то, символический жест, как настаивает армянское руководство, не имеющие отношения к России, но даже если считать, что они действительно искренние и мотивация изначальная была связана с Азербайджаном, как они говорят, допустим, это так, но в любом случае уже в нынешней ситуации, безусловно, политический жест в адрес России, он не меняет то, что сложилось между двумя странами, поскольку мы явно наблюдаем кризис отношений, он скорее подчеркивает и фиксирует, но этот кризис никуда не девается, и дальше вопрос,
что будет делать Ереван, какие дальнейшие шаги, ну, допустим, по сближению с Западом он будет предпринимать, что будет вообще происходить в контексте исхода беженцев из Карабаха и перемен во внутренней ситуации в Армении. Пока не очень понятно, какова будет реакция России, что Россия будет делать. Непонятно, завершена ли борьба с Азербайджаном, потому что есть всякие предположение, что одним Карабахом не ограничится. Короче говоря, очень много вопросов, на которые ответов нет. Данное решение, скорее, должно восприниматься как подтверждение того выбора, который руководство Армении сделало. Выбор на отход от сотрудничества с Россией, там, по тем или иным причинам. А по поводу Армении, сближения с Западом, какие шаги могут быть? Я думаю, что шаги могут пока носить только символический характер. Потому что экономические связи России и Армении взять и аннулировать невозможно. В всяком случае, это невозможно сделать быстро. Российская военная база на территории Армении присутствует. Вопрос Карабаха остается. Никакого иного военного присутствия, серьезного, будь то США, НАТО или кто угодно, в Армении быть не может. Не сейчас, не, я думаю, в обозримой перспективе. Поэтому ситуация такая подвешенная. Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Присоединение Армении к Римскому статуту является некорректным решением, заявил журналистам Дмитрий Песков. Мы не согласны со словами премьера Пашиняна о том, что решение Армении присоединиться к Римскому статуту было связано с недостаточностью инструментов ОДКБ и армяно-российского партнерства. Это не так, добавил пресс-секретарь президента. Кремль бы и не хотел, чтобы Путину когда-либо пришлось отказываться от визита в Армению, заключил Песков.